А давайте проверим китайский Peugeot на безопасность. Как видите, я не пристегнут. И мне интересно, будет ли он подавать какие-то знаки. Итак, выключаем паркинг, включаем драйв. Так, у нас прямая с вами. И начинаем разгон. Так, 10 километров уже, почти 20. Пока что звуки он не подает. О, 25 километров он подал звуки, чтобы пристегнуться. Но что же будет дальше, если я не буду пристегиваться? 22. Так, звук усилился.